При подведении итогов работы сотрудников ДПС Анапского, Геленджикского, Тимашевского, Славянского, Ейского, Кореновского, Абинского и Динского районов указывались причины, по которым были совершены дорожно-транспортные происшествия за первое полугодие. Это управление транспортом в нетрезвом виде, незнание правил дорожного движения водителями мототехники и нарушение правил пешеходами. Главными причинами остаются превышение скорости и несоблюдение очередности проезда. Отчитываясь о работе анапских сотрудников полиции, командир роты ДПС Александр Смирнов отметил: «Анапчане теперь ведут работу в двух районах – Анапском и Темрюкском. За 6 месяцев из-за превышения скорости произошло 32 ДТП. По вине пьяных водителей было совершено 5 дорожно-транспортных происшествий. Как показали факты, большее число водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде, в соседнем районе – Темрюке». Мы сейчас отрабатываем поселки, станицы Темрюкского района. Особенно в выходные, в пятницу, субботу и воскресенье направляем туда дополнительные экипажи и увеличим количество экипажа за счет личного состава штаба. Ряды анапских полицейских на летний период усилятся. Осуществлять контроль безопасности дорожного движения будут дополнительно 80 сотрудников полиции. Усилится контроль и за правильностью парковки на улицах Анапы. Уже приобретены эвакуаторы, которые смогут навести порядок на дорогах курорта. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа-регион.